Традиционно по всей России 8 июля отмечают День семьи, любви и верности. На территории музея-заповедника Херсонес-Таврический, где когда-то прошла свадьба князя Владимира и Анны, сейчас поздравляют самые крепкие семейные пары Севастополя. Я хочу передать вам самые теплые слова поздравления с этим праздником. Нашим дорогим семьям, многодетным семьям, семьям, которые живут в браке, в любви, в согласии долгие-долгие годы. Хочу передать вам слова благодарности от губернатора города Севастополя Михаила Владимировича Развожаева, от правительства Севастополя, за то, что вы показываете очень яркий, хороший, добрый пример, как нужно жить, как нужно созидать, как нужно любить. Бриллиантовую свадьбу отметили почти все присутствовавшие на мероприятии, и 60 лет для них – не предел. Одна из семейных пар поделилась собственным отношением к правильному построению брака. Дело в том, что один из прадедов Владимира Сильвестра признан автором домостроя. Известнейший памятник древнерусской литературы в то время учил людей традиционным ценностям и семейной жизни. Еще одна из главных черт семейной жизни – это прощение. Понимаете, в чем дело? Потому что прощать – это великое искусство, как мужчины, так и женщины, как мужа и жены. Потому что все бывает в жизни. И ссоры. Владимир и Галина познакомились, когда им было по 20 лет, а сейчас они помогают воспитывать 5 внуков. Пара признается, что их семья не живет по заветам домостроя, но некоторые правила считают полезными. День семьи, любви и верности отметили в Херсонесе не только чествованием крепких браков. Для всех остальных гостей на территории музея-заповедника на протяжении всего дня проходили различные мероприятия. Сегодня, конечно же, мы не остались в стороне от масштабных мероприятий. Мало того, что сейчас мы будем чествовать вместе с правительством Севастополя те пары, которые прожили 30 и более лет, мы проводим различные мастер-классы. Это и семейные мастер-классы, это и ремесленные мастерские. Конечно, это театрализованные и концертные мероприятия. Впервые почетные знаки вручали родителям из многодетных семей. День еще и потому, что впервые сегодня будет вручаться почетный знак «Родительская слава города Севастополя». Этот знак учрежден депутатами законодательного собрания для повышения социального статуса семьи, для поднятия престижа семейного. Завершением праздника стало торжественное гашение марки новой серии. Тематический знак посвящен Дню семьи, любви и верности, а изображена на нем ромашка – главный символ чистой любви. Форма марки необычна. Она круглая. С 8 июля эту марку можно будет использовать для отправки почтовой корреспонденции. Алина Рагужина, Денис Александрович, Сивинформбюро.